До недавнего времени Юрий Эдуардович являлся инспектором по Тверской области. В августе этого года был назначен на Смоленщину. В рамках реализации майских указов президента Владимира Путина он знакомится с работой школ, больниц, учреждений социальной направленности области. Во вторую школу Десногорска инспектор прибыл в сопровождении главы города Андрея Шубина, председателя комитета по образованию Татьяны Токаревой и депутата горсовета Сергея Гайдычука. Делегацию встречали директор школы Лидия Кочубей, которая провела экскурсию по образовательному учреждению, и детская студия телевидения «Искра», участники проекта школы «Росатома» «Атом-ТВ», которые любезно предоставили нам эту видеосъемку. Гости посетили школьный краеведческий музей Кривичи, спортивный зал с тренажерами для особенных детей, кабинет правовой грамотности и центр воспитательной работы, где Юрий Эдуардович познакомился с президентом школьной республики самоуправления «Дом» Софьей Семеновой и кабинетом министров. Юные телевизионщики также не упустили случая пообщаться с высоким гостем и узнать цели его визита. Посетил нашу школу, ознакомиться вот с вашей жизненной деятельностью, которую вы проводите, как общественная, так и учеба, познакомиться с преподавательским составом, ну и, соответственно, посмотреть, как выполняется дорожная карта для информирования нашего президента, полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Александра Дмитриевича Бегунова, который, в свою очередь, информирует президента, как реализуются указы президента на территории Смоленской области. В целом Юрий Эдуардович остался доволен работой школы и пожелал успехов в освоении наук как ученикам, так и коллективу учреждения. Также федеральный инспектор в Десногорске посетил градообразующее предприятие «Смоленскую атомную станцию» и другие социально значимые объекты города.